Георгиевская лента – символ нашей победы, нашего единства. Она объединяет людей вокруг общих ценностей, говорит о том, что мы помним и гордимся теми, кто защищал и защищает нашу страну. Ежегодно по всей России в преддверии 9 мая проходит акция «Георгиевская ленточка». Помогают в ее проведении участники общественного движения «Волонтеры Победы» и все желающие горожане. «Волонтеры Победы» проводят мастер-класс для участников, кто присоединяется к нам в всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Сегодня мы для волонтеров расскажем историю «Георгиевской ленточки», кодекс и лозунг акции. И, конечно же, расскажем про имидж волонтера, как он должен будет выглядеть, когда раздает горожанам георгиевской ленточки. И, конечно же, расскажем, где правильно носить и нужно георгиевскую ленточку. И, конечно же, какими простыми способами можно ее повязывать. В первый день акции к волонтерам Победы присоединились активисты клубов центра внешкольной работы и школьники. Екатерина Котина давно хотела вступить в ряды добровольцев, чтобы побольше узнать об истории нашей страны и почтить память своих родных, переживших страшное время Великой Отечественной войны. У меня был прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, и прабабушка, которая работала в тылу. Ну, они тебе что-то рассказывали? Ну, к сожалению, дедушку я не смогла застать, а бабушка особо ни о чем не говорила. Цвета георгиевской ленты означают военную доблесть и героизм, проявленный на поле боя. Черный – цвет порохового дыма, оранжевый – цвет огня. Способов повязать ленточку несколько. Самые простые – это сделать петельку, бант или изящный бант. Относительно того, куда крепить ленточку, существуют строгие правила. Исключительно ленточку нужно носить на левую сторону, на лацкане пиджака, либо платья, и на кофточку. То есть ни в коем случае нельзя ни на велосипедах, ни волосы, ни как на машинах, на антенны завязывать, то есть тоже нельзя ни в коем случае. То есть существует один единственный способ, где можно носить ленточки с левой стороны у сердца. 3 и 5 мая вечером волонтеры будут раздавать ленточки возле УПЦ Носилкина и около Ледового дворца. 9 мая утром ленточку можно будет получить у городской администрации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.